19 июля, воскресенье. Ночью в Усть-Ордынском ожидается малооблачная погода с кучевыми облаками. Вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы 714-715 мм ртутного столба, температура воздуха плюс 9 плюс 11 градусов. Ветер слабый 1 метр в секунду. Корейская косметика в Усть-Орде. С нами легко быть красивой. Днем в Усть-Ордынском ожидается облачная погода. Вероятность осадков 26%. Атмосферное давление в пределах нормы 712-715 мм ртутного столба, температура воздуха плюс 13 плюс 18 градусов. Ветер слабый 2-4 метра в секунду.